Всем привет! Ну вот, друзья, значит, благодаря стараниям наших детей, да, мы с Катей, у нас появилась возможность выехать на озеро Алаколь. Ну, как видите, в городе жизнь кипит. Вот. Значит, мы едем на зону отдыха Оазис. Это за Пеликаном. Все говорю, потому что ни разу еще там нигде не были. Вот. Ну, мы постараемся так не сильно, конечно, подробно, чтобы не надоедать себе и вам, вот, снять эту дорогу, как мы туда приехали, ну и, в общем, условия какие там есть. Вот, все вкратце. Все, хорошего нам пути, а вам просмотра. Ну вот, начинаются некоторые автобусы. Смотрим. Хорошо, сходи. Ну давай грузиться. Отлично. Сейчас загрузимся и все, тип-топ. Поедем. Давай сдадим все. Так, ну все, уложились. Теперь часть. Садимся и поехали. Небо уже все темнеет. Дворец спорта в темноте. И вот это место отправления отсюда идет на Иссык-Куль, на Алаколь. Грузимся. Заходим. Когда? Нашлись? 6-7, да? Нет, 5-6-9. Ну все, нашлись. Ура! О, уселись, короче. Давай. Романов здесь, да, Евгений? Здесь, да? Так, вы, Романов. Так, Литвинова Екатерина. Мы тут. Здесь. Рейку не занимать. Алкоголь не пьем. То есть всем. Самая задняя пятерка, ее не занимать. Все веселые, вообще. Чипсы, чипсы, аккуратней. Так, сиденьем вот это. Точно. Погнали. Почитали нас, алкоголь пить нельзя, салон меньше, потому что нас все будет забирать. Ты будешь нас забирать? Да. Все. Короче, туалет по дороге, шикарнючий, в общем, сделали. Не буду сам туалет снимать. В общем, вот у нас то, что дуло, это вот турбинная сушилка. В общем, в принципе, очень-очень классно получается сейчас. Раньше туалеты страшенные были, а теперь все. Ну все, братцы, поскакали, короче. Ну да, друзья, это промежуточная остановка, 20 минут. Как вы видели, туалет шикарный. Все, сейчас поедем дальше. Следующая остановка, это уже Талдыкурган. Какое счастье, автобус на месте. Вы видите эти светлячки? Это линия электропередач, оказывается. Вот так в темноте.
в Талдыке остановились буквально на 15 минут. Тоже неплохая такая остановочка вышла. Сейчас за водичкой сходим. Вот, тяжко перевал было, конечно, проезжать. То вверх, то вниз так. О, везде цивилизация. Короче, круто. Уселись на последний этап. Предпоследний, да. Только ничего не забываем, вещи на полках. По очереди высаживать начали. Потом забирают в тех же местах, где высаживают. Пусть встречает. В общем, встречает людей всех. Это классно. Прям индивидуально все. И вам. И вам того же. Вот слева машина вас забирает. Ну, супер просто. Короче, все, прибыли. Банзай. Большое вам спасибо за хорошую. Пожалуйста, дорогу. Пожалуйста. 7:30, да, у вас обратно? Нет, желательно пораньше выходите. Минут 15-20. Потому что оттуда первые рано люди выходят. Все хорошо. Поехали. Минут на 15-20. Ага. Все. Спасибо. Все, автобусик, классно все. Всех встречают, да? Супер. Палку сюда. Все, закрываю, да? Ну вот, хорошо, приземлились, нас встретили, машинка вот такая вот. Что скажешь, как тебе дорога? Отлично. Просто супер. Вон, дальше автобус уехал, и нас сейчас прям на базу. Окей. Поехали. Все, выгрузились, вот этот проход. И первый вход налево, говорят. Так, ну вот, вход в Оазис. Это первый вход. Нас тут сразу вот три человека.